Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Всероссийский конкурс педагогического и исполнительского мастерства «Педагогика как искусство» проводится в нашей консерватории впервые. Идея конкурса родилась на кафедре музыкальной педагогики и исполнительства. Уникальность этого мероприятия в том, что оно объединяет две неразрывные составляющие деятельности музыканта – педагогику и исполнительство. Ученик и учитель – это единое целое в процессе постижения тайн музыкального искусства. Мастерство исполнителя во многом зависит от чуткости и профессионального мастерства педагога. Таким образом, в рамках нашего конкурса мы хотим поддержать и поощрить юных талантливых пианистов, благо что земля русская не оскудевает одаренными детьми. В то же время конкурс способствует привлечению внимания к ценности и значимости педагогической деятельности в сфере музыкального образования. Нам интересно проследить за динамикой педагогического процесса от его начала до определенного результата, оценить соотношение традиционных и инновационных методов работы в классе фортепиано. Пока фортепиано, в дальнейшем планируется привлечь к участию в конкурсе и другие специальности. Для участия в исполнительской номинации мы приглашаем учащихся музыкальных школ в возрасте до 17 лет включительно и учащихся среднего звена – музыкальное училище и колледжи. Возможно, как сольное, так и ансамблевое выступление. В номинации «Педагогическое мастерство» также возможно продемонстрировать работу как с солистом, так и с ансамблем. Хочу акцентировать внимание на том, что в данной номинации мы оцениваем именно педагогическую работу, независимо от уровня способности ученика. Конкурс проводится в два тура. Первый тур уже стартовал, он проходит в онлайн-формате, и желающих принять участие просим поторопиться. Заявки принимаются до 20 марта включительно. И благодаря нашему замечательному партнеру, ресурсному центру «Вега», все взносы за конкурс отменяются. Для участия во втором туре, который состоится с 16 по 19 апреля, жюри пригласит лучших участников в каждой номинации. Дорогие коллеги, мы очень ждем вас и ваших учеников. Присоединяйтесь к нашему мероприятию. Надеемся, что оно пройдет ярко, интересно, масштабно и плодотворно, как и все мероприятия, которые проводятся в стенах Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. До встречи!